газированная вода за 3 копейки или СССР. Все, кто жил в Советском Союзе, помнят эти автоматы, в которых продавалась вкуснейшая газированная вода. Без сиропа всего за 1 копейку за стакан, а с сиропом за 3 копейки. При этом сироп предлагался в ассортименте. Вкусовые качества этой газированной воды многие еще не забыли, как и я. Это мои школьные годы. Следует отметить, что эти автоматы были чрезвычайно популярными. А волшебный стакан никому не приходило в голову своровать. И даже когда его заимствовали на троих, обычно возвращали на место. На улицах эти аппараты функционировали с периода с мая по сентябрь. С наступлением холодов они закрывались. Для этого применяли металлические коробки-футляры. Принцип работы автоматов был простым. В устройстве было специальное гнездо с решеткой, чтобы стакан можно было помыть. Струя воды ополаскивала емкость изнутри. Эти аппараты время от времени обслуживались. Все стаканы перемывали горячей водой с содовым раствором. Но процедура проводилась не ежечасно и даже не ежедневно. Все, кто помнит эти автоматы, не забывайте писать комментарий, ставить пальчик вверх. Ну а мы с вами будем прощаться и увидимся в следующих видео. Всем хорошего дня, хорошего настроения.